Настал 2018 год, ныне пора рождественская, святочная, и у нас соответствующие гости. Итак, рад очень представить Артем Белов и Евгений Попов. Это вовсе не причина всю жизнь держать на привязи свой страх. Кручина — это только лишь личина. Мы оба знаем ключ в твоих руках. Ангел, белый ангел, я вижу ангел в небе над рекой. Ангел, белый ангел, я вижу ангел, махнул тебе рукой. Я пью глазами солнце, а мне мало. Я ем порывы ветра у лица. Мне говорят, у жизни нет начала, но я не вижу также и конца. Ангел, белый ангел, я вижу ангел в небе над рекой. Ангел, белый ангел, я вижу ангел, махнул тебе рукой. Вода в реке не сразу станет талой, а солнце сразу не начнет свой бег. Огонь горит, и дело лишь за малым. Нам нужно подождать, растает снег. Ангел, белый ангел, я вижу ангел в небе над рекой. Ангел, белый ангел, я вижу ангел, махнул тебе рукой. Ангел, белый ангел, я вижу ангел в небе над рекой. Ангел, белый ангел, я знаю ангел, возьмет тебя с собой. Возьмет тебя с собой, возьмет тебя с собой. Трава полынь. Да, то есть это объединение, сотворчество, сообщество, общение, дружба, да, людей. Вот кому пришла идея, это, да? Это движение, движение. Да. Мы там просто не указали, что это движение, но вкратце обозначили наши тезисы в стихах. Ну, могу зачитать, в принципе. Да, 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 интересно. Правду в сердце, в руки честь, а в темницу страх и лесть. Быть собой, а не казаться. Действовать, не сомневаться. Словом добрым души греть. Сочинять, творить и петь. Вот такой наш девиз. Сотворчество, созидание, общение, дружба. Смысл нашего движения — вытащить людей из социальных сетей, чтобы они начали наконец-то общаться, встречаться вживую. Петь песни, творить. В конце концов, нам никто не мешает. Надо просто об этом задуматься и... ну, не знаю, включиться как-то. Потому что если мы этого не сделаем, за нас никто не организует и не сделает этого. Я думаю, время пришло просыпаться людям русским и объединяться наконец-то, и заниматься именно тем, для чего мы, в принципе, и рождены.
творить. Да, вставайте, люди русские, да? Правильно. Да. А еще, как выяснилось, уже разговор кулуарный, за кулисами, да, получается, что мы еще и земляки. Да. А вот землячество, это еще и землячество. Землячество. Новое добавляем. И, соответственно, мы не можем не начать по традиции с композиции, да, такая вот русскость в этой композиции, от названия даже, от самого. Самые русские имена там включены. Иван да Марья. Послушаем песню. Иван да Марья, полет нормальный, мороз по коже, заботы множит, снежинки знают. Мечты растают, но в белом танце им не расстаться. Друг друга ждали, тихонько звали, из грязи лужи, а свет так нужен. Посеребрила, вдаль поманила, но дальше сами я буду с вами. Жили-были, не грустили, что искали, как любили, Иван да Марья. Жили-были, не грустили, что успели, как любили, Иван да Марья. Засмотрели, не насмотрелись, гостей встречали, поклоны клали. Была разлука, печаль да скука, но если море, то Божья воля. Огни на Волге, а звуки смолкли, и дождь по крыше признание пишет. Кто попрощался, не расстречался, кто сильно любит, все позабудет. Жили-были, не грустили, что искали, как любили, Иван да Марья. Жили-были, не грустили, что успели, как любили, Иван да Марья. Следы остыли, спать уложили, их дома нету, дети по свету. То может правда или неправда, полет нормальный, Иван да Марья. Жили-были, не грустили, что искали, как любили, Иван да Марья. Жили-были, не грустили, что успели, как любили, Иван да Марья. Жили-были, не грустили, что искали, как любили, Иван да Марья. Жили-были, не грустили, что успели, как любили, Иван да Марья. Иван да Марья. Иван да Марья. Уже год где-то живет этот вопрос. Как родилась эта песня? Поздравляю с Рождеством Христовым, с этими святочными днями. Вот. Спасибо за приглашение. Песня родилась, на самом деле, по мотивам, так сказать, моих поездок в Архангельскую область. То есть я начал писать песни, вот те, которые сейчас исполняю, где-то в году 2008-2009. А в 2010 году меня студенты Свято-Тихоновского университета, они позвали вот миссионерскую поездку. То есть там как бы у них свои были задачи.
задачи у меня. Говорит, мне сказали, давай концерт. Ну, я тогда что-то играл там, и вот, собственно, побывав вот в тех местах, ну, действительно, исконно русских таких, то есть люди, которые даже не знали там ни крепостного права, то есть настолько свободолюбивые, очень открытые, добрые. И вот, собственно, вот знакомство — это собирательный образ, конечно. Вот. И вот эта песня, она родилась просто, глядя на то, что я там увидел. Это в конце 2010 года. Ну, а потом, с твоих слов, она стала, так, наверное, визитной карточкой, ну, действительно. Ну, действительно, да. Да, полюбили. Вы все слышали сами. Вот, так что вот такая предыстория песни. А и, соответственно, вопрос вот про год я сказал, как мы прожили этот год. Музыкальная веранда. В прошлом году мы были приглашены, в один день снимались на телеканал «Спас» с Артемом. Потом меня пригласили быть там ведущим. Некое время я там попробовал, да, и мне понравилось открыть свой проект после этого. Наверное, после, это да. Мой мотиватор такой был, да, когда 25 минут — это мало. Очень, потому что девиз «Пайзи Струн» — это не статичная реклама, это живое общение, душевный разговор, откровенный душевный разговор, который мы сейчас и ведем. Как вот судьба у тебя сложилась за этот год? Что, где был? Что написал? Вот, наверное, в отличие от предыдущих лет, я, может быть, меньше поездил, но зато очень год мне подарил очень многое. Во-первых, подарил мне супругу. Ну, вот. Поздравляем. Все вместе. Спасибо большое. Всей поэзии струн. Вот, это действительно, это большой такой, ну, нашел свою половину, не знаю, мне очень сейчас, ну, конечно, много новых задач появилось, много новых мыслей, но это действительно, это очень важно для каждого человека, для каждого мужчины. Вот, то есть мне пожаловаться на этот год просто нельзя. Ну и на самом деле вот ближе к концу года вот подарил мне знакомство вот с этим человеком тоже. С Евгением. Да, с Евгением. Потому что, ну, мысль такого движения у меня всегда как-то была, потому что русская земля, она все-таки способствует тому, что надо делать вместе обязательно что-то. У нас и климат соответствующий, то есть надо друг другу помогать. Я вот очень люблю вот эти зимние дни, потому что люди как-то становятся, вот когда снег выпадает, когда мороз, что вот они как-то начинают друг к другу тянуться, прям это видно во всем, помогать друг другу. И я думаю, что вот это движение, даже вот этот девиз, который мы прочитали, это тоже, в общем-то, совместное такое размышление было. Сейчас этот проект только начинается. Да, где вы базируетесь? Что-то у вас есть? Помещение, площадки? Помещение пока только вот мы пытаемся найти вот единомышленников действительно таких и проводим какие-то встречи вот регулярные. Вот вчера была встреча. У нас встреча. Как? Пока своего помещения как такового нет, но мы снимаем помещение в очень хорошей студии в центре Москвы и приглашаем туда для бесед, для общения, для записи вот встреч, которые мы проводим, интересных людей, поэтов, музыкантов. То есть мы не ограничиваемся, кстати, и не хотим ограничиваться только музыкантами и поэтами, потому что людей интересных много, есть гончары, есть там какие-то там ремесленники, это тоже интересные люди, и почему бы их не пригласить и не выслушать. Вот. А вопросы мы подобрали, можно сказать, философские, там, что такое человек, что такое язык, жизнь, как мы относимся, допустим, может ли и должен ли творец, к примеру, отвечать за свое творчество, за то, что он вносит в свое творчество, как это влияет на жизнь окружающих людей, на жизнь в стране, то есть вот ответственность. Потому что многие, допустим, не понимают, подстраиваются под конъюнктуру сиюминутно. И, ну, просто кто-то деньги зарабатывает, кто-то просто славу свою стяжать хочет. То есть, получается, ликбез по русскости. Скажем так, да. Мы хотим какой-то обнаружить некий срез, чтобы понять вообще, в каком состоянии сейчас находятся головы наших русских сотоварищей, наших братьев и сестер. И вообще, если мы народ, то народ — это, ну, как бы какое-то объединение. Мы должны понять, насколько и в каком плачевном состоянии или нет мы находимся, и как нам объединяться, как нам подстроиться, скоординировать какие-то действия. Есть ли в планах у вас на грант подавать и делать из этого фестиваль? Есть такие планы. Ближе к лету собрать неравнодушных людей, творческих людей, и сделать слет на природе дня на два, на три.
где-нибудь в районе июля. А давайте вместе объединяем, потому что у меня как раз вот летняя такое, такая заготовка поэзии струн. Все, кто участвовали, они как бы, мы выезжаем и с палатками что-то типа груши сделаем, да, или троицы. Я просто еще хочу сказать, что-то, почему трава полынь? И вообще, что это такое? Это не то, что мы, допустим, взяли, организовались и развиваем именно этот проект, допустим, в стороне от твоего проекта или еще какого-то другого проекта. Нет. Почему трава полынь? Трава полынь — это не простая трава, она гонит всех паразитов. В данном случае я под паразитами понимал паразитов духовных, которые живут в каждом человеке. Вот. И трава полынь, она должна объединить людей и избавить их от этих паразитов. То есть за счет чего? За счет творчества и действия. Не сидеть сложа руки, не смотреть, не пялиться в экраны, а именно начать действовать понемножку, то есть насколько нас хватит. Ну, мы с вами плывем на одном корабле в едином направлении, просто на разных палубах. Боже, я и так всегда называю, но идея-то у нас одна на самом деле, потому что есть такая, всегда я на встречах в живьем, когда общаюсь с людьми и сотоварищами со своими, всегда говорю, и люди приходят в ужас, что есть такая сторона за экране. На самом деле, да, о которой мало кто знает, но приходится вот ее, ты говоришь, Свят Тихоновцы тебя пригласили, а ты там музыкальный срез какой-то был. Это тоже миссионерство. Есть же такой девиз, где призван, там и служи, да? То есть, это, типа, будем говорить, это служение некое такое, да? Еще и вдобавок к этому девизу. То есть, это служение еще. Да, культура, да, она должна, потому что мы а кто, если не мы? Да, вот есть такой девиз тоже десантников, и он очень русский, по-русски звучит, потому что если мы будем молчать, то кто? Вчера были очень интересные поэты на вечер. Я вот, честное слово, вот, наверное, лет там сколько-то не слышал просто. Причем есть и взрослое поколение уже такие опытные, и молодые, да, действительно, ну, стихи вот понятным мне языком написаны. И это есть. И если мы вот так будем... Ну, наверное, да, действительно, вот трава полынь, она не зря, она такая очищающий такой момент вносит. А как моряк, не могу не задать вопрос, да, и подводку как бы к песне про капитана. Как и когда это все произошло? Она навеяна книгой. Была такая книга Валерий Медведев «Тире-тире-точка». Она такая, если ты помнишь, серия такая была «Книга за книгой». Детские книги еще в советские времена издавали. И я тут просто сел, вот буквально их... Они у меня на даче сейчас. И я вот сел их, перелистывал так, ну, летом почитать. И вот что-то меня заинтересовало в этой истории. Она довольно простая, про мальчика, вот, который, ну, живет в Москве, по-моему. Да, в Москве. И ему приходит, значит, в один день письмо от его отца, который полярный летчик. Он пишет, что у меня все как обычно, все, работа, ничего такого. И тут же приходит газета, в которой сказано, что там его отец совершил какой-то подвиг, там что-то там такое, да, героическое. И вот он как бы сопоставляет, видит вот эту скромность, вот этот человек, сдержанность такую. И он понимает, что вот его отец — это действительно такой для него герой, можно сказать. И он пытается как-то ему подражать, там, ну, там целая история. А, и вот, собственно, а еще как-то так у меня... Ну, у меня бывает так иногда накладывается, что какая-то одна книга, потом то, что вот я читал стихи Рубцова, то, что он тоже очень много, вот, первый цикл его «Морской» такой. «Моряк». Да, тоже, да, да, да. И вот этот эпиграф как раз я взял из стихотворения Николая Рубцова «Первый поход», а песня сама вот как-то так развилась про то, что вот молодой мальчик, вот, который мечтал о море, вот там есть образ его отца. Да, это надо послушать. Ну что же, да, послушаем прежде всего песню «Молодой капитан». Твою лодку гонят ветра в открытое море, а мечты остаются вот здесь, у родных берегов. Но ты же с детства хотел узнать, что это такое. Так берись за весло, молодой капитан. Пусть корабль поднимет волна и не бросит на рифы. Как всегда говорил твой отец, прежде чем уходил.
еще говорил, перед бурей бывает затишье. Ты, накрывшись бушлатом его, чуть поспи, капитан. А потом будет буря и шторм, будут грозы и гром. Будет биться волна и дрожать все борта, но не сломишь тебя, твоя воля сильна. И не гаснет свеча в тех домах, где верят в тебя. Тебе дождь телеграмму стучит тире-тире точкой. Верь всегда в удачу свою и 73. А ты просишь его передать в дом родной одну строчку. Я вернусь, очень скоро вернусь, только ждите меня. Не один год прошел, позади у тебя океаны. Как героя встречали тебя, где бы ты ни бывал. Но простите меня, дорогие, далекие страны. Мой корабль взял курс на восток, возвращаюсь домой. А потом будет буря и шторм, будут грозы и гром. Будет биться волна и дрожать все борта, но не сломишь тебя, твоя воля сильна. И не гаснет свеча в тех домах, где верят в тебя. Пусть потом будет шторм, будут грозы и гром. Будет биться волна и дрожать все борта, но не сломишь тебя, твоя воля сильна. И не гаснет свеча в тех домах, где любят тебя. Где вас можно еще услышать? Вообще у нас создана группа ВКонтакте «Трава полынь», создан канал на Ютубе «Трава полынь». Все новинки и вся информация в основном на страничке ВКонтакте. Можете набрать просто «Трава полынь» в Яндексе и сразу попадете на нашу страницу. Также мы стараемся проводить один раз в месяц хотя бы какой-то концерт. Вот. Пробовали в разных клубах, остановились сейчас пока на клубе «Алиби», это на Чистых прудах. Хороший клуб. Там неплохой звук и такая достаточно комфортная обстановка, тихая. Вот. И еще, значит, вот по поводу студии я сказал, там достаточно большие комнаты, и, что немаловажно, с окном. Я искал большие комнаты с окном, и там где-то 35-40 квадратных метров комната с большими потолками. Там можно проводить небольшие какие-то даже квартирнички. Пока... Камерный зал такой, да? Да, там очень приятно, хорошо. И пока мы там вот базируемся, и раз в месяц 2-3 человека мы приглашаем и делаем съемки. Называется программа у нас «Струны души». Наверное, такого же формата, похожего. А есть такой фестиваль одноименный на Дону? Не слышали? Нет, не слышали. Это вот как буквально... казачий фестиваль, да? Такой, казаки, да. Там, у меня знакомые «Аквалибра» Таня и Мурат Великоевы, они там, даже своя площадка у них уже теперь есть. «Струны души», да. Ну, мы так и написали вертикально. Просто «Струны души» придумала это название наш участник Роза Процельса.
А я увидел это в виде кроссворда, то есть созидающий тебя струны души. Вот, и мы сделали логотип такой и такую передачу придумали. То есть где человек может прийти, раскрыться, поговорить, какой-то материал свой показать, допустим, спеть песни. И, ну, разные люди приходят. И поэты, и барды, просто интересные люди. И потом человек, когда раскрывается, ему становится легче. Он просто уже становится частью и травы полыни, и струны души. То есть... И поэзии струн. Да, и поэзии струн. Все так же. Все так и происходит. Да, потому что я так понимаю, что если, коль мы двигаемся все в одном направлении, вот, не нужно перетягивать одеяло на себя. Абсолютно. Вот. Помогать надо друг другу. Да, все двигаемся, все наоборот, уважаем друг друга. Наоборот, объединяться. Чем больше вот нас будет, да, семей вот таких, да, семьи, да, вот. Да. То есть для чего и был создан вот этот краткий стихотворный девиз. Если тебя здесь все устраивает, если ты с этим согласен, значит, мы идем в одном направлении. У тебя, получается, этот год откровение такое встретил, да, по вторую половинку. Я слышал, у тебя даже песня появилась колыбельная, да, и это тоже уже как бы... Ну, о чем-то... Иногда бывает такое, что песня приходит раньше, чем происходит какое-то событие. Да, да, да. Хотя мне говорили про нее, что люди, которые слышали, что говорят, такое впечатление, что ты поешь это своему ребенку. Ну, на тот момент песня, наверное, года 2010-го тоже. А ни для кого же не секрет, да, потому что душа ребенка уже за 2 года. Ну, тут рядом что-то побольше немножко. Да. Нет, ну вот, может быть, даже 3. Но вот ребенок уже есть. Когда есть вот пара, да, то есть Господь так устраивает, что вот он, да, и он там уже все вот вокруг тебя, он уже, ну, в этом поле. Да, это чувствуется. Кажется, учится, ребется что-то там такое. Сам дух, дыхание, да. Ну что ж, хорошая песня, колыбельная. Давайте послушаем. И пожелаем вам всего того же. Белая гора, где-то за горой синие моря, за морями степь, там, где воздух жгуч, вольной той степи светит добрый луч. В небе высоко, там летит орел, сверху видит он у дороги дом, рассекая мглу, луч глядит в окно, там царит покой и бессильно зло. Печь стоит, в ней горит огонь, трогает теплом детскую ладонь. Ночью светят всем звезды и луна. Засыпай, малыш, луч хранит тебя. Диски. Какое количество дисков, какое количество песен, не буду спрашивать, там, это можно со счета сбиться. А концерты проанонсировать, какие ближайшие будут, потому что сейчас Новый год, Рождество начался, и куда-то зовут, в города, ну, как всегда это бывает. Во-первых, про количество песен как раз самый, наверное, простой вопрос, в том смысле, что их около 100, и мне это достаточно. А вот с дисками сложнее, потому что вот буквально опять мне вот после вчерашнего концерта написала девушка, поэтесса, сказала, что все хорошо, зацепила такая-то песня, но слушаю в записях, это не звучит.
Вот это у меня, конечно, моя, наверное, большая проблема, потому что диски есть, это домашние записи какие-то, ну, то есть как я мог, так я и делал. То есть хотел зафиксировать именно тот момент. Домашние записи — это сам записывал? Да, ну, на портативный этот рекордер, потом это как-то своими руками сводил вот в программах таких. Ну, то есть всё, гитара, голос, там, ну, гармошка где-то. Вот, есть еще у нас вот с моим другом там в Питере проект, но он такой у нас как бы время от времени, когда есть возможность. Название есть? Это Игорь Лунев, у него проект Eliva Band, его, ну, ее эта группа уже не существует, и мы пытались совместно делать какие-то вещи, то есть его песни я подыгрывал. И... Ты ездишь к нему в Питер или он к тебе приезжает? Да, у меня в Питере племянник и брат старший живет, поэтому я там бываю иногда, и он тоже, у него здесь наоборот. Значит, скоро поедешь. Сын живет. Ну, я вот сейчас в декабре ездил. Вот, то есть, когда есть возможность так записаться, да. Но это совершенно, то есть, эту вот я даже рассматриваю, что это вообще уже совершенно другая песня получается, совершенно другая работа, то есть, это студийная работа. Мне-то, конечно, хочется записать как-то вот именно акустические варианты, но чтобы они вот, чтобы человек приходил после концерта, да, у него там или диск, или просто запись послушать. Как сам ты свой стиль? Жанр назовешь? Сколько лет вот я уже этим занимаюсь. Все придумал какие-то названия, автор-исполнитель, там, да, акустический рок. Но сейчас я понимаю, это, наверное, проще слово... Поэтический рок. Проще слово «бард» ничего нету. Я бард. Я вот пишу, я пою, как я это умею, как я это слышу. Вот. И я рад, что удается донести именно до сердец людей, до души. Не всегда. Я знаю, что бывают, может быть, не очень удачные концерты, когда тебя не понимают, или ты, может быть, кого-то не понимаешь. Но вот те моменты, там, я не знаю, как считать, там, 1 через 10 или там, но удачные концерты есть, и когда ты вот можешь поделиться этим, ну, каким-то своим, ну, все равно это тепло души, потому что я чувствую, даже когда песни эти приходят, что мне и самому от них легче становится, да, то есть, и если этим получается поделиться с людьми, и они раскрываются как-то, вот это для меня самая большая, как бы, награда. И я думаю, что тут вот именно вот в этом секрет, не в том, что ты умеешь играть в каком-то стиле, или там, ну, нет, это тоже, это помогает, ну, да. Но вот как раз к вопросу об образовании. А начиналось, я вот все равно думаю, что это все начиналось с моих родителей, с моих дедушек, бабушек. Какую музыку слушал в детстве? Которые пели, просто собирались, и на все праздники они пели. Вот, и мне вот эта сама культура нравится. А музыка, ну, достаточно стандартная. В 90-е годы все слушали русский рок, я не исключение. Хотя, честно говоря, у меня были кассеты, я помню, я что-то с радио, те вещи, которые мне нравились. Мне нравится мелодия очень в песнях. То есть я вот... Мы все заметили по исполнению. Я понимаю, что есть техника, есть люди, которые хотят научиться именно быстро какие-то рифы делать, да. Но если нет мелодии, то... Нет песни. Да, нет песни. Вот для меня так. Все правильно. Следующий вопрос. Был ли опыт в каких-то проектах участвовал, помимо своего собственного и группы? Ну, вот попытки содружества найти свое. Дождь, да? Да, было такое. Ну, вот сейчас у нас с Дмитрием несколько так. Ну, он меня не приглашает, и как бы сейчас пока вот так вот у нас сейчас такие. У вас дождь, полынь, трава. Черная голубка. «Черная голубка» тоже одна из таких у меня песен со стажем, она у меня довольно давно. Просто вначале вот мне было интересно писать образные такие вещи, то есть где есть главный герой. Ну, немножко такие они, конечно, героические, там понятно, что это в силу вот какого-то... Ну, это так мой, так сказать, первый этап моего творчества. Сказочные где-то. И вот почему-то вот образ «Черной голубки». Ну, это я говорю, эта песня для меня как «Черный кот». То есть вот была же такая образ такой в свое время «Черный кот», да, что вот ему не везет. А здесь у меня представилась какая ситуация, что вот есть такая черная голубка, ей вот что-то мешает, да. Вот она таится сама по себе, может быть, не может раскрыться, да, такая она... Ну, сдержанная там, да, и плюс цвет у нее не белая она, да, вот, что ей мешают какие-то вороны, которые ей не... И вот этот момент прорыва, когда она понимает, что вот, ну, наверное, действительно похоже, почему Женя и оценила эту песню. Бывает белый ворон, да, белая ворона, как называют, да, человека, это черная голубка. К кому ей обратиться? Обращается к солнцу, и вот в ее порыв, она как получает ответ, и у нее сразу появляются и силы, и вот она взлетает. Ну вот. Ну, можно много рассказывать, но лучше да, послушать один раз. Да? Итак, «Черная голубка». Слушаем. Ты таишься ветвях безмолвно,
ведь печаль твоя безутешна. И зачем тебе эта воля, если стала она тьмой кромешной? Семя воронов в небе, ох, взлететь тебе не дают. Черная голубка, черная голубка, черная голубка, черная голубка. И без солнца ты не сложишь песни, а без слова тебе жить не мило. Но молчит твое слепое сердце и чернит голубку черная сила. Пусть вороны кружат, но солнышко милое выручай. Черную голубку, черную голубку, черную голубку, черную голубку. С каждым днем ее слабеют крылья, и надежды уж не остается. Но как-то ночью ей приснилась синья, песни ее легко в лучах у солнца. И на утро, что есть силы, вверх взмахнула, ведь я твоя. Черная голубка, верная голубка, черная голубка, верная голубка. И пусть тайна остается тайной, что случилось в это утро в небе. Видел это сам, я точно знаю, а уж вы на слово мне поверьте. Льется песня все выше, солнышко милое, я твоя. Верная голубка, верная голубка, верная голубка, верная голубка. Ваше пожелание. Я хочу пожелать людям наконец-то проснуться и начать объединяться. Они должны понять, что это единственный способ нам уцелеть и выжить. Иначе мы, как индейцы, просто исчезнем. Вот. И для этого у нас все есть. И нам никто, в принципе, не мешает. Нам надо просто взять и начать что-то делать. Потому что если мы не начнем ничего делать, мы просто все потеряем. Значит, мы просто селективно не пройдем этот отбор, и мы не станем никому нужны. Поэтому, друзья мои, просыпайтесь, становитесь травой полынью, гоните из себя всех этих паразитов, потому что это нам нужно, за нас никто ничего не сделает, никто нам ничего не подарит. Ну, всех вас все-таки с Новым годом, с прошедшим, с Рождеством. И всего-всего вам хорошего и доброго. Просыпайтесь. Артём? Да, ну после такого серьезного пожелания я все-таки хочу немножко действительно нотку такой радости светлой, рождественской внести. Я хочу пожелать, вот это проверено уже годами, что вот в эти дни, вот опять-таки я вспомню вчерашний концерт, у нас вчера был гость из Ярославля, поэтесса, она сказала: ну что ты хочешь, говорит, у нас символ Мишка, поэтому все спят. Вот, наверное, до Рождества все спали, но вот в святочные дни обязательно всем желаю, любым поводом напрашивайтесь в гости, ходите, навещайте всех своих родственников. Обязательно надо делиться этой радостью. Вот эти дни, они даны не для того, чтобы сидеть дома. Приходите, вот проанонсируем наш концерт 13 января в библиотеке. Ну, это подробнее можно узнать. Какая библиотека? Библиотека номер 23, это метро Тимирязевская. Вот. Ну, мы его назвали так тоже немножко по-святочному, рождественское волшебство. Вот. Тоже хотим поделиться вот этим. Тут главная встреча, конечно, в данный момент. Может быть,
песня, вот, и стихи, они помогают просто раскрыться людям. А главное — встретиться нам, пожелать друг другу вот на этот год, да, который нам Господь дает еще прожить, новый, действительно, всего самого доброго, самого лучшего. И вот я говорю, все идите в гости в эти святые дни. Замечательно. И все смотрите «Поэзию струн», потому что у нас, как видите, замечательные гости. Вам желаю музы лиры. Спасибо. Чтобы она вас посещала, немножко посидела и ушла к другому, да, то, чтобы, вот, ну, чтобы мы не завидовали, а делились, чтобы вы продолжали свое деяние, да, деяние, делание, скажем так, деятелей много, делателей мало. Вот они сидят, настоящие делатели, да. Спасибо. Да, а вместе мы действительно сила, и спасибо, что сегодня пришли, и жду вас на второй программе, я думаю, что песен... Хватит на целый сериал, и поделимся делами своими, что делаем. Вот фестиваль, опять же, да, идея хорошая. Может быть, и зимний сделаем, и летний. Да? Мы не против. Выберем только место, да. Весенний можно сделать. Весенний можно сделать. Да. Майский. Майский. А, спонсором «Майский чай». Да. С вами была программа «Поэзия струн». Оставайтесь с нами. Впереди ждет много интересного. И всех еще раз с праздником Рождества Христова.